Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас на обзоре томат Рим. Он такой красненький и очень большой. Это томаты гиганты с красными плодами. Один из самых популярных томатов среди дачников. Ну, в основном любителей. Потому что такой помидор хочется вырастить для себя, чтобы покушать вкусный салатик. Но на рынке такие, наверное, покупают похуже, килограммовые плоды. Людям просто такие не нравятся. Выбирают по 200-300 грамм. Ну, а мы с удовольствием кушаем такие большие гиганты. Тем более они урожайные. Несмотря на то, что на кустике висит буквально там немного плодиков. Но они все гигантские. За сезон очень много их на кустах. Да, Милан? Давай снимем один тут и один вон сзади, я вижу, такой вообще большой. Давай пройдем и срежем его. Посмотрим, сколько он затянет. Но это не самый крупный, держи его. Я его отрезаю. Давай тут отрежем. Ну, вот еще видите, и вот, которые созревают, они будут покрупнее. Давай и этот еще. Ну давай и этот отрежем. Опа. О, он уже сгнил. Положи его на место, давай вот этот. Сегодня надо выбирать срочно его. Бери этот. Тут покатился. Ничего страшного. Сейчас мы... Я чуть-чуть не дозрел. Ну, ничего тоже страшного. Мы покажем, сколько затягивает Риме. Вообще, плоды вырастают до 1,5 килограмма. Ну, в этом сезоне у нас таких результатов нет в этого сорта. 540 грамм. Да, 540. Совсем уж он не сильно крупный. Ну, согласитесь, и 540 грамм это тоже хорошо. Давай второй посмотрим. Четыреста шестьдесят. Это плоды с первых кистей по 500 грамм. Ну, я вижу, там на кустиках у нас есть покрупнее, поэтому будут плоды грамм по 700, по 800, ну чуть позже. Я постараюсь вам снять видео, продолжение к этому обзору. Разрежешь или тебе помочь? Я думаю, разрежу. Плоды очень мясистые, сейчас вы увидите. Сорт, можно сказать, позднеспелый, высотой кусты более 2 метров, то есть индетерминантный, неограниченного роста. Если посадить теплицы, будет лезть, сколько вы ему дадите высоты, сколько он и вырастет. Держи плод вот с этой стороны, а я разрежу. Вот. Вот посмотрите, здесь одно мясо. Семян там практически нету. Вон видите, где-то с краешку там семена. А так одна мякоть. Да, давай большой скушаю. Попробую. Ну, я его пробовал, уже много лет его выращиваем. Очень сахаристый. Классный помидорчик. Для томатного сока он очень будет густой. Очень сладкий. Можно делать кетчуп, томатную пасту. Смотрите, вот эта мякоть, она очень густая. Здесь сока практически... Ну, он сочный, но он не течет, как бы, как с него. Очень удобно его кушать. Вы практически не испачкаетесь, он не стреляет. Как, знаете, начинаете кушать помидоры, а он вас обрызгал. Этот нет, этот классный. Томат Рим. Чем-то он похож на сорт Церковь. И, ну, не такой чуть-чуть, как Церковь. Куча еще плодов. Он будет созревать аж до заморозков. Растут они. И вот видите, много-много-много плодиков. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, если не подписаны. Ставьте лайки. До новых встреч! До новых встреч! Пока!